Недавно в нашем городе подвели итоги районного конкурса школьных печатных изданий «Акулы пера». Самая престижная премия «Гран-при» досталась редакционно-издательскому коллективу «Земская школа» из Барвихинского сельского поселения. Дополнительным призом для победителей стала экскурсия в редакцию телерадиокомпании «Одинцова». В приходе «Святая святых» ОТВ команду победителей в составе 7 человек встретил известный телеведущий и актер Алексей Лагутин. Было видно, что ребята готовились к визиту. У начинающих журналистов даже была специальная форма одежды. Главный редактор телекомпании показал ребятам, как составляется график выездов и обратил особое внимание на важные рабочие моменты. Гости с большим интересом заглядывали в кабинеты, где вовсю кипела работа. Они узнали, для чего нужна гримерка, и раскрыли секреты нелинейного монтажа. Встреча с режиссером ОТВ Марией Шматковой стала для ребят приятной неожиданностью, ведь именно режиссер – один из самых главных людей на телевидении. Потому что он и координирует, и направляет всех ведущих, и операторов, и монтажеров. То есть такой вот человек-оркестр, дирижер. В павильоне, где записываются программы о жизни города и района, Алексей показал ребятам, как выставляется свет и настраиваются студийные камеры, как работает суфлер и звуковая аппаратура. Узнав профессиональные секреты телевизионной кухни, «Акулы пера» пообещали применить все полученные знания на практике и вернуться на ОТВ вновь. Может быть, даже в качестве сотрудников. Мила Тарасевич, Алексей Лагутин, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».